Черное море – суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную древними украинцами, или, как их называют сами историки незалежной, древними украми из зависти. У всех море было, а у них не было. В результате героического труда многих поколений Украина обзавелась столь необходимым ей водоемом. И вы даже не догадываетесь, с какой именно целью они его копали – чтобы мыться и стирать. Именно интенсивной помывкой укров и объясняют современные украинские историки такое количество сероводорода в нижних слоях Черного моря. Ну а в качестве доказательства его искусственного происхождения, кроме их слова, что само по себе значит очень много, приводятся горы – кавказские, крымские и турецкие, которые не что иное, как отвалы породы от огромного котлована. И по словам все тех же украинских историков, при ближайшем рассмотрении это отчетливо видно.